Коллеги, начинаем после матча пресс-конференцию. С участием главного тренера команд Хоккейный клуб «Барыс» Скобил Катай Владимирович, Игорь Никитин, Хоккейный клуб «ЦСКА», Андрей Владимирович Вашкин, Дарья Иванович. Ну, хороший матч, конечно. Команда достаточно системная. Все знаем, что ЦСКА не так много, как говорится, слабых мест. Команда очень мощная. Командная работа, поэтому, конечно, нам было неприятно сыграть просто матч против ЦСКА, хороший матч. То есть, здорово команда двигалась, нигде не уступала ни в движении, ни в борьбе. Где-то даже какие-то моменты получались очень даже неплохо, поэтому, конечно, хочу поблагодарить ребят за такой настрой. И ну, конечно, мы еще раз могу сказать, что довольны этой победой. Спасибо. Спасибо. Игорь Шашко, Дарья. Ну, что, в принципе, я думал, что мы в Астане повезло. А сегодня судьба ваша, в принципе, да. Спасибо, коллеги, ваши вопросы. Не знаю, представляете, микрофон баланс. Сергей Мичинский, радиозвезда. Андрей Владимирович, с победы. Второй год подряд вы ЦСКА здесь обыгрываете. Какой-то секрет успеха можете сказать? Не каждому тут удается, поверьте, два раза подряд обыграть эту команду. Спасибо. Поверю. Да нет, ну какой секрет? Каждая игра, она разная. Начинается 0-0. Ну так получается. То есть специального ничего нет? Понял. Что? Хотя бы сейчас. Мне просто нужно такая... Бороды у меня такой нет. Ну, тут я шаманить-то могу, да, но сегодня не тот день был, можно обойтись. Ну, как говорится, конечно, против ЦСКА. Мобильная игра, ну, черт, каждая игра это по-разному. Я вас помню. Так, спасибо. Следующий вопрос, Семен. Андрей Владимирович, а по ощущениям удалось быстро забыть эту историю с английским отбором, так ли это, как это удалось сделать? Ну, может, это наоборот, сейчас команда еще дополнительно. Ну, я могу только сказать, поблагодарить ребят, которые не участвовали в квалификации. Они нам такую хорошую очень дали энергию. Поэтому благодаря этим ребятам, которые не участвовали, нам достаточно так безболезненно удалось переключиться на КХЛ. Следующий вопрос. Коллеги, спасибо большое за это. Спасибо.